Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Марина там играет, Егор дрова таскает. Маша будет белье собирать, а я пойду соберу помидорки, какие там есть. Ты играешь? Гуляешь? Ну гуляй. Помидорки соберу, какие там есть. Положу краснеть. И парники надо открыть, на улице тепло уже. Пусть немножко проветрится. Картошка уже все, ходить начинает. Так что скоро будем копать уже ее. Ладно, идем. И на кабачки еще сегодня поснимать. Морковку купить, поделать. Тут он кабачок есть небольшой, там кабачок. Тут два кабачка. И тут, по-моему, кабачок. Да, вот один кабачок. Ну вот, надо будет тоже собрать, все сделать. Ладно, идем в парник. Так, сняла еще немножко помидорок. Ну, вот я так каждый день хожу, понемногу снимаю. И все, что краснеет, отдаю ребятишкам. Ну, вот сегодня еще немножко сняла. Знаете, смешно было над одним комментарием, когда мне сказали: Настя, не давай ты детям есть красные помидоры, засоли их. Ребят, господи, я понимаю, был бы большой урожай. Урожая немного. Пусть дети свое съедят домашнее. С чем я буду их солить? Тут их тем более немного. Пусть они едят, я специально и отдаю им. Я не тебя, если я снимаю, можете. Поэтому вот так вот, ребята дорогие. Сколько сегодня вот собрала, столько и дети съедят. Ну, когда покраснеет, конечно. Они краснеют, я спускаю ящик, мы проверяем, которые красные они забирают, тут же съедают. А остальные мы убираем. Дальше. Бабушка пришла, где? Да ты чё? У папы, мама? Угу. Понятно. Пока, видать, в огороде была, бабушка пришла. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот дела. У нас день, не день, вечер, и у нас сгорел телевизор. Так. А мы в тот раз его ремонтировали, сколько платили за него? 1006, наверное, да, мы ремонтировали, отдавали? 5000. Ну, два раза мы уже ремонтировали. Вот сейчас надо будет третий. Ребятки на улице гуляют. Иди, Ваня, ешь творог. Он сардельку недавно ел. Так что вот так. Погода у нас хорошая. Ну, ничего. Меньше будет. Сардельку ты съел? Кончились сардельки? Сейчас мама поставит, будет мяско варить. Будешь мяско вареное кушать? Да. Хорошо, сейчас поставим, сварим. Так что вот так вот. Некушная мявка. Все понятно. Ладно, такие вот дела. Ребятки у меня гуляют. Там Машенька катается, Марина катается. Все что-то катаются, все велики опять подоставали. Ваня катается. А я, как вы видели, картошку подкопала. Сейчас хочу суп свеженький сварить. Дети вроде говорили, суп не хочу, не хочу. Весь суп съели за милую душу, представляете? А говорили, мы не хотим суп. Сегодня опять решила суп сварить, доели. Вот сейчас последний суп.
И смотрю, опять свеженький. А ребятки бегают, играют. Оксана катается, Марина, Ваня, Маша. Как Оксана на велике кататься? Ты у мамы велик отжала? Все понятно. У мамы велик конфисковали, поняли? Мама без велика осталась. И Ваня на таком большом самокате. Ваня, ты неправильно самокат. Разверни руль. Вот так. Неправильно. Вот. Зачем делаешь так, Вань? А так неправильно. Да, так сильно он едет. Маша в гамак спряталась, в шалаш. Да, в палатке в этой сидит Машка. Маш, ты думаешь, тебя там не видно? Да. Хорошо. Вот так вот быстро, да, ты умеешь кататься. А зачем вы все велики-то подряд достали? Марина тоже на самокате катается. Ты опять лохматая? Да. А, ты полиция? Ну, ё-моё, у нас, кажется, тут менты гуляют, поняли? Да. Понятно. Это Егор... А, Егор дрова таскает, поэтому он все велики достал. Понятно. Вот на этой тележке он дрова таскает, да? Все понятно. И вас катает? Все понятно. Это папа ему из старой коляски сделал, чтобы дрова возить. Да. Ладно, хорошо, играйте. Давайте, пойду я кушать готовить. Вот столько накопала свежей картошки. В этот раз очень много мелочевки попалось. Ну, есть крупненькая, ничего вроде бы, нормальная. Всем привет. Маш, куда мы с тобой собираемся идти? В лес. Да, мы сейчас, Маш, в лес пойдем. Но мы ждали, когда курьер приедет. Курьер приехал, привез мне посылку. Об этом будет на другом канале. Здесь больше не показываю, потому что дети стали смотреть канал. Поэтому вот так вот. Ладно, в целом, сейчас мы с Машей оденемся и сходим сюда в лес ненадолго. Что-то надоело дома сидеть, такое самочувствие, я хочу в лес сходить. Я не могу, хочу в лес. У меня знакомые все ездят, но никто не хотят меня с собой брать в лес. Поэтому пойдем сами. Может, хоть пару грибочков найдем на грибницу, да, Маша? Или ягодок. Ладно, эту притчу и идем в лес. Все, мы пойдем прогуляемся в лес. Маша со мной идет, ведерко взяла. Чисто так прогуляться, посмотреть, что есть, что нету. Другое место. Все равно я выехать в лес не могу. Хоть здесь пройдемся. Сейчас по лесу. Ладно, идемте. Ходим с Машей по болоту, ягод вообще нету. Вот смотрите, ребят, пустые кусты. Одну-две ягодки, если найдешь, то это классно. Зато мох хороший. Я набрала уже полный пакет. Грибочки пытаемся что-то поискать. Ну, вот синявочки попадаются. А так больше вообще ничего нет. Покажи, Маш, сколько грибочков. И одну шишку кедровую нашли. Маша довольна. О, говорит, это моя шишка. Вот поганка. Ой, господи. Вот и ходим вот так по лесу немножко прогуляться. Так, это что за гриб? Масленок. Более-менее. Да. И вот ходим, смотрим. О, ягодки Машенька нашла немножко. Ягод вообще, ребят, нету. Это что такое-то? Все здесь выбрали, ягод вообще здесь нету. Это кошмар какой-то. Всегда здесь ягод каждое лето много, а тут нету ничего. Это ехать куда-то надо, но мне не получается никак съездить никуда. Нет у меня машины. Поэтому мы ходим здесь. Тут, Маш, все поганки. Ладно, дорогие друзья, дальше ходим, смотрим дом, потом покажем вам все, что мы набрали. И также для канала «Жизнь с домашними животными» снимаем видео. Собираем мух, палочки, ягелиси находим для улиточек. Да, Машенька? Так что ладно, ходим дальше. Идем мы домой уже. Ну, на грибницу направили. Маша идет, шишку грызет. Вкусно, Маш? На, папу заставит за шишками сходить. И поэтому мы идем до дома уже.
Ничего нету. Ни ягод, ни грибов. Это надо куда-то ехать. Ладно, идем.